Центральная аллея зоопарка. Украшена скульптурами, такими высокими елями. Детская площадка. Светит солнце, я ничего не вижу. Вообще я тебя здесь потушу. Древнегреческий уголок с колоннами и скульптурами. Слоны в Николаевском зоопарке. Очень.
Колокольчик висит, ты что вообще? Да, вон. Вон, да, вон колокольчик. Не спеши, тут все стоят. Блин, ну там говна совсем уже. А, ну недалеко, бегемоты они. Сейчас мы глянем. Жираф? Ну, здесь у нас жираф. А, да. Как вы? На водичке ходила наливать из гидрофа. Какой красавчик. Да, вышел. А это что я? Да.
Какой клошок? Это девочка, это мальчик. Влад, Боня. Так, да. Хватает. Смотри, на три часа завтра я что заезжал к ним перенес. Я начал? Да, да. О, на улице пошли, пошли, пошли. До 10 минут. На улице, на улице. На улице, пошли. На улице. Папа! Папа, тут нет! Смотри, какие у вас сильные. Да? Им не холодно. Красивые очень. Мы видим там дерьмы. А мы сюда подошли, посмотрим. Нет. Белый медведь. Красиво. А воду будешь наверное? Не, они так и не вышли. А он у нас воды. Можно. Да? Белый. Говорила белый. А, я думала, вы коляску будете брать. Что ты не хочешь? Мы ее вообще, наверное, будем продавать. Ну, конечно, на руках у папы лучше, чем коляски. Правда, сильно. Я скажу, что у мамы еще лучше. Да, да. Ну, маме руки надо поберечь. Мама и дома. Вот он, розовый фламинго. Эй, слабые руки!